В Губкинском завершается месяц охраны труда. Соблюдение ее требований на ежедневном контроле в большинстве компаний. Так, в автодор-сервисе каждый работник проходит вводный инструктаж и знакомится с инструкцией по его профессии. Определенные требования предъявляются к водителю, то есть он должен иметь непрерывный стаж водителя автобуса не менее 1 года, и в него не должно быть грубых нарушений правил дорожного движения в течение года. Максимальное внимание уделяется безопасности техники, особенно если это касается перевозки детей. Автобусы для юных пассажиров отличаются не только расцветкой. В нем такие конструктивные автобусы, что он не может превысить скорость 60 км в час. Даже если водитель захочет это сделать, он не сможет это сделать. Это заложено в конструкции автобуса. Также автобус не тронется с места, пока двери полностью не закроются. Перечень требований очень велик и детально конкретизирован. Специалисты по охране труда знают и контролируют каждый пункт. Для поддержания квалификации на высоком уровне специалисты автодор-сервиса принимают участие в тематических мероприятиях, направленных на обмен опытом в профессиональной среде. Основное мероприятие – это будет общегородской семинар по охране труда, где будет организована выставка средств индивидуальной защиты, а также выступят с лекциями специалисты практики. Семинар организован в рамках месяца охраны труда и пройдет 26 апреля в 506-м кабинете администрации города. Начало в 9 часов.